Камера видеонаблюдения установлена в кабинете руководителя одного из экзаменационных подразделений ГИБДД Северного округа столицы. Его посетитель – приезжий, который только что в четвертый раз, что называется, с треском провалил теоретический экзамен по правилам дорожного движения. Отчаявшись совладать с неодолимой наукой, потенциальный автомобилист предложил полицейскому взятку. На что я ему сказал, что это незаконно. Статья 91 Уголовного кодекса Российской Федерации. Что это дача взятки должностному лицу. С чем он согласился? То есть не испугался, а согласился, говорит, командир, не нужна помощь. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями, вызванные на место происшествия, задержали подозреваемого с поличным. Деньги в сумме 10 тысяч рублей, а также съемки камеры наблюдения могут теперь стать уликами в уголовном деле. Задержанный был доставлен в отдел внутренних дел по району Западное Дегунино для дальнейшего разбирательства. По его словам, когда он сдавал такой экзамен у себя на родине, было не в пример легче. Просто здесь правило другое, на таджикиске это совсем другое. Знаете, здесь много, даже приоритеты, это знаки вообще другое. В Таджикистане другие знаки? Да, знаки правильно, ну другие варианты или вопросы другие. Возможно, проблемы с экзаменом и связаны, как твердит задержанный, с плохим знанием русского языка. Но это, разумеется, не освобождает его от ответственности за дачу взятки. В любом случае, отрадно, что благодаря неподкупности офицера полиции на столичных дорогах не появится теперь еще один водитель, который привык к другим знакам и правилам.